Задача у меня стоит вот эти бревна, уже очищенные от сучьев, перебросить с этого места вот на это место, где уже лежат несколько бревен, образуя барьер. Барьер для будущей земли. Так, что для этого делается? Для этого используется техника, грузовик, например. К грузовику мы привязываем, вернее сказать, пристегиваем к рессоре вот этот крюк. Вот так вот. Все. Идет у нас провод. Хороший стальной провод. Идет к концу дерева, где он вот таким нахлестом двойным закрепляется. Вот после этого можно тащить дерево куда угодно, что мы сейчас и сделаем. Эту площадку я их притаскиваю, бревна. Сейчас мы их притащим в количестве 6 штук, померяем их и в нужном порядке, в нужном предназначении перетащим уже для барьера. То есть работа только началась сегодня. Thank you.
Работа закончена, все уложили. Это барьер, отделяющий будущую землю от щебенки. Здесь тоже земляной барьер. Пока временно можно посидеть. Вот. Потом здесь будет вот такой уровень земли. С того холма. Ну, пожалуй, все на сегодня.